Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Volkswagen Tiguan. 2019 год, белый цвет. Бензиновый двигатель объемом 1,4 литра, 150 лошадиных сил. АКПП, передний привод. Красивые литые диски, хорошая летняя резина. Пробег 38 тысяч километров, имеются повторители в зеркалах, хромированные вставки, рейлинги на крыше. По салону у нас ухоженный темный салон. Ткань, кожа, не прокуренный. Парктроники. Спорт эко-режимы, подогрев передних сидений, климат-контроль, кондиционер. Мультируль, круиз-контроль. Голосовое управление. Пройдемся по КП. Сто десять, 97, 94, 85, 109, 87, 92, 91, 100, 104.